Эй, вы не могли бы открыть дверь? Это моя обязанность. Но мне кажется, что прежде чем вы уйдете, вам стоит побольше узнать о свалке. Где? Вы находитесь на орбите свалки астероида, населенного роботами. Прежде чем вы спуститесь в город Химеру, мы должны убедиться, что вы не являетесь выдающим себя за робота человеком. Людям находиться здесь запрещено. Вы называете свою планету свалкой? Да. Когда-то это была прекрасная планета, ресурсы которой полностью были истощены людьми. Они сделали из планеты помойку и оставили ее. Мы, роботы, восстановили планету, построив все из оставленного людьми мусора. Поэтому мы называем ее свалкой. Почему вы не пускаете сюда людей? Вы шутите? Для роботов люди — это самые мерзкие, отвратительные и гадкие существа во Вселенной. От одной мысли о людях мне становится дурно. У меня больше нет вопросов. Откройте, пожалуйста, дверь. Конечно. Отправляйтесь в камеру дезинфекции и ждите. Привет! Могу ли я спросить, кто ты такой? Я полицейский слизняк! Я все ведь еще ока! Только сделай что-нибудь противозаконное, и я об... Эй! Кто вы такие? Что вы со мной сделали? Мы, священники, хранители храма, тебя скопировали в великую базу данных. Великую что? Великая база данных — это машина, в которой хранится копия каждого из нас. Если ты умрешь, она вернет тебя к жизни. У вас есть машина, которая может воскрешать роботов? Ну, конечно, если тебе понадобятся дополнительные жизни, обращайся к нам. Да пребудет с тобой великий алгоритм. Имя, рекомендации? Детритус Дебрис. Как вы, должно быть, знаете, на Химере все должны иметь работу. Чтобы предоставить вам работу, мне нужны ваши рекомендации. Нет работы — нет входа, понимаете? Боюсь, у меня нет рекомендаций. В этом случае вы обязаны согласиться на любое предложенное место. Сейчас я постараюсь вам что-нибудь подобрать. Демагнетизатор туалетов, испытатель ретроактивных циклотронов. Нет, все занято. Оператор атомного молотка. Нет, остались только места, на которых никто не хочет работать. Теслаторы, протонезики, металлизация, видеоигры,
Черт, не везет. Осталась только вакансия репортера. Берете? Ну, я не знаю. А чем занимается репортер? Делает фотографии и пишет статьи для газеты «Химеры». Ну что, согласны? Что ж, хорошо. Ваша личная информация отправлена. Вас ожидает в муниципалитете через 10 минут. Вам разрешено спуститься в город на геостационарном подъемнике. Секундочку. А что со мной сделали, когда я только прибыл? Обычная процедура. Мы убедились, что вы не одно из мерзких липких существ и ни с кем из них не встречались. Привет, как дела? Привет, я Берто, твой коллега. Я ждал тебя. Как жизнь? Нормально. Приятно познакомиться, Берто. Добро пожаловать на Химеру. Пойдем со мной, я веду тебя в курс дела. Прекрасно. Журнализм — это очень рискованное занятие. Здесь всех интересуют только ставки на жизни. Весь игорный бизнес контролирует безумный игрок. А большинство новостей у нас о гонках, схватках, погонях и все со множеством летальных исходов. Когда я прибыл, мне сказали о великой базе данных, которая может кого угодно воскресить. Да, но тут есть один момент. У тебя должно быть достаточно денег, чтобы заплатить за воскрешение архиепископу. То есть... В великой базе данных хранится копия каждого робота Химеры. Если на меня сейчас упадет пианино, то за некоторую сумму меня вернут к жизни. А кому нужно заплатить? Архиепископу. Он командир армии епископов, обслуживающих великую базу данных в городском храме. Класс! Прежде чем ты отправишься в офис, давай зайдем по его другу Расти. Тебе нужен корабль, а он может для тебя его построить. Прекрасно! Я как раз обкатываю свой новый орудийный катер. Ты только посмотри на эту красоту! Ух ты! Какой город! Залезай и поедем к Расти. Эй, есть кто дома? Привет, спутник! Рад тебя видеть! Детритус, это спутник! Робот-пришелец планеты С-496. Жители этой планеты могут мгновенно перемещать огромные объемы материи с одного места на другое. Они почти вымерли, когда начали перемещать по всей Вселенной друг друга. Никогда об этом не слышал. Ничего, спутник — приятный парень и отличный механик. Привет, Расти. А я думал, тебя нет дома. Это мой новый друг, Детритус. Как дела, малыш? Я совсем недавно на Химере, сэр. Надо сказать, это очень красивый город. Химера — это куча хлама. Как ты относишься к хламу, малыш? Я сам сделан из металлолома, сэр, поэтому к хламу отношусь позитивно. Что ты думаешь об этом парне, спутник?
Спутнику ты понравился. А друзья спутника, мои друзья... Прошу меня простить, но у меня дела, поэтому я вас покидаю. Детритусу нужен корабль, Расти. Помоги ему, хорошо? Детритус, я свяжусь с тобой, как только смогу. Пока. Мне нужен корабль. Используй мою машину. Это очень просто. Ты должен выбрать части и смонтировать их. Ладно, спасибо. К сожалению, на той неделе меня ограбили. Поэтому у меня почти не осталось металлолома и чертежей. Если понадобится, можешь использовать мой орудийный катер.